На мой взгляд, я думаю, что точка зрения религии сделать аборт – это грех. Но из другого стороны, я лично так сам думаю, что если мы сделаем детей, не будем их обеспечивать духовно, материально, дать воспитание хорошее, образование, квартира, тогда я думаю, что это не стоит его создать. Я бы согласен был бы с Госдумой, с депутатами, которые они против аборта. Но тогда пусть будет, как в Арабском Эмирате перечислили деньги на счет как страховка для ребенка, что когда у него будет 18 лет, что у него было хоть квартира, хоть дом, хоть участок. Я бы не против, я бы сделал хоть 50 детей. И надо же их обеспечивать. А просто в словах сказать, что аборт запрещено, нельзя. А кто будет держать их? Вы понимаете, у нас сколько там бездомных людей, бомжей. Вместо аборта пусть, не знаю, там, надо им давать какой-то там, строить дом для пожилых людей, дом для, ну, детдомы. А по поводу аборта, я бы думаю, что там, лучше бы вовремя убрать детей, чем он на всю жизнь будет страдать. Но точка зрения религии – это грех.